наш красавец 14 года. Евро 4, одна турбина, 400 лошадей. Слышим, как работает мотор. Смотрим, что внутри. Мочевина отключена. Коробка ZF-16. Мосты КАМАЗ. Смотрим здесь. Вот наш кузов. Смотрим кузов. года. Цена 2 200 000. То есть будет готов через 2-3 дня. Осталось его хорошенько обкатать. Так, по мелочевке. Это у нас шасси разобран. Рама разобрана. Готовы кабины. Не одна. Чистим. Смотрим по остальным вариантам. Готовы недель через две. Новые аккумуляторы. Новая резина.